мы приближаемся к русскому посольству. Это вся территория русского посольства. Вот мы подошли к русскому посольству. Дороги в полету. Прямо по курсу у нас море Средиземное. В Мальте очень много узких дорог и узеньких тротуаров для пешеходов. Есть тротуары такой ширины, что пешеходы должны идти один за одним. Рядом не могут пройти два человека. Мы приближаемся к Балете. Вдалеке слышно крики мальтийских петухов. В этом месте они у нас живут. Вдалеке ихние домики, там у нас живут курочки и петушки. Здание Балета.